Таня, так не делай, мне... Брат, крепкий, привет, друзья! Друзья, привет! Мы рады вас приветствовать на канале Сириконян Family. Я уже замучила этого человечка, но у него терпению нет предела. И сегодня мы вам расскажем, что... Смотрите дальше. У нас появилась идея, которую мы хотим осуществить. Мы хотим сделать в Армении... Не говори, что... запустить услугу. Потом расскажем, какую. Сейчас ходим по агентствам, которые могут сделать веб-сайт. И хотим понять, сколько это будет стоить, и смогут ли вообще осуществить мою задумку, нашу. Сейчас ты готов рассказать пацанам, сориентировать, что тебе сказали? Сделать минимальный сайт, то есть одностраничник, ничего лишнего, это от 450 грамм. Введение социальных сетей, нам нужно всего лишь два социальных сети, это Instagram и Facebook, 170 тысяч грамм, и там уже на рекламную кампанию понадобится $130 в месяц. Продвижение, да? На рекламную кампанию, да, это продвижение. Плюс оплатить хостинг и домен, это 90 тысяч грамм. Это в этой еще? Компании. Мы идем еще в одну? Да, идем в следующую. Да. Прочитай, что это за здание. Где это прочитать? Вон там какие-то буквы. Аренда сдается. Ну, уже хорошо. Красивое здание. Столько помещений сдается в аренду в Армении. Какие красивые атмосферные здания. Как красиво, уже деревья зацветают. Смотрите, какую красоту можно встретить, просто проходя, гуляя по городу. Ой, с этой стороны тут прям танцующая пара. Какие молодцы, как украшают. А ну иди сюда, бандит. Переводи. Это имя. Имя? Он тоже не работает, что ли? Блин, куча таких красивых заброшенных зданий. Ой, там что, нарисован солдат, да? Погиб, да? Написано его имя. Ага. На полк мой дом. Ага. Полк. Молодец. Еще один туннельчик и тоже вот так прекрасно украшен. Как приятно проходить, да? Молодцы какие. Летом здесь фонтанчик, да? Да. А там что, рестик сзади, вот да. Этот деревянный? Да. Ага. Картошка, рестик. Красиво. Такие тучи темные кажутся на видео. Красивый вход, оказывается. Это все летом зелень, да? Зеленая. Нет, так и остается. Как так и остается? Ра. Ты шутник, да? Включаешь опять шутника? Я серьезные вещи тут снимаю вообще-то. Еще мы вам покажем Ереван с высоты! С высоты перехода! Ты что, от меня убегаешь? Уже еще один прекрасный разрисованный туннель. Смотрите, как оживают. Появляются новые листочки. Какая красота!
друзья, это здание Армянской футбольной федерации. Так сказал мой муж. Сегодня мы тоже ищем по навигатору. Что мы ищем, я забыла? Студии какие-то. Ну, в общем, пока что вроде бы приводит навигатор точно. Четвертый этаж без лифта. Только я имела неосторожность вам сказать, что, по-моему, Яндекс.Карты нас привели туда, куда нужно, то нет, мы поднялись на четвертый этаж. Тут должна была быть какая-то студия. Говорят, нет, ее нет. Просто ищите дальше. Помоги себе сам. Сейчас пытаемся дозвониться в эти компании, в эту компанию, которую мы пришли посетить. Там 5 номеров, и ни на одном не берут трубку. Как люди так работают? Я не особо понимаю. Что? Адрес, который мы указали, мы переехали, мы уже не находимся по этому адресу. Приезжайте по другому адресу. Расскажите, что вы хотите? Если бы я хотел поболтать по телефону, я бы не пришел сюда. Блин, вообще не понимаю этого отношения, конечно. Они, люди, не заинтересованы в клиентах. Как люди могут делать сайты и свой личный, собственный сайт своей компании, не переписать там адрес? Они не приоритетны в таком случае. Да, я думаю, да. Вот эти стопки. Представьте, сколько им лет. Так интересно, давно такого не видела. Интересно, когда я искал компании, которые делают сайты, там есть место, где можешь оставить заявку, типа, чтобы тебе перезвонили. Ага. Я всего лишь 2 компании нашел, которые занимаются этим. Может, я не знаю, тут по-другому запросы надо писать, чтобы появились еще компании. Ну, в общем, факт в том, что всего лишь 2 компании нашел и оставил заявку, чтобы перезвонили. Первому, которому пошли, адрес был верный, я сказал, что ну, нехорошо работаете, делайте лучше сервис. Он сказал, ну, у меня день рождения сегодня, поэтому я не такой внимательный. Но я директор. Получается, человек директор делает все сам. Во второй компании тоже оставил отзыв и заявку. Да, заявку. И они также не перезвонили. Ага. Ну, получается, они знают, что нужно сделать такой пунктик, где можно оставить заявку, но не пользуются. Даже не заглядывают туда. Да, даже не пользуются. Это, прикинь, это даже директора сами об этом знают. Это даже не то, что работники халатные. Говорю, извини, я говорю, я вам звонил, вы не ответили. По какому номеру вы звонили? Я говорю, поэтому. Во сколько? Я говорю, во столько. Такой говорит, надо было еще на второй номер позвонить. Блин, решил зачем проблему. Номеров, это, если вы не пользуетесь ими? Это просто кошмар, конечно. Второй офис, куда мы шли, они с нами тоже связались. В конце концов, прошло, конечно же, времени час, то ли два. Ну и хорошо, что они связались. В общем, ладно, по условиям. Взять шаблон и сделать наш сайт обойдется 200 тысяч. В дальнейшем, чтобы возможно было редактировать, тогда 300 тысяч. Введение SMM, это Instagram и Facebook, 70 тысяч драм. Туда входит всего лишь 3 поста. Ты серьезно? Да, ты что, ты вообще что за ценник? Дизайн и плюс к этому, типа рекламная кампания. Создать рекламную кампанию и продвигать. Но они не говорят, что это в дальнейшем нужно оплачивать. Это так делается, потому что так говорится, потому что никто не понимает, что там нужно делать. Что такое продвигать? Продвигать, это там еще заложено. Разработчик просто делаешь, в настройках указал и все. Осторожно сзади. Да, я смотрю. Ну все. Кошмар. Второй тоже. Ну эти
не такие хорошие, не такие грамотные, как первые были. Первые хорошо, не буду врать, цена дорогая, но они более грамотно, более достойно все объяснили, разъяснили, и по условиям у них лучше. То есть, если я сейчас возьму за 300, я уверен, я переплачу еще сверху 300, чтобы достичь своего. А там они говорят, вам нужно столько, столько, столько. Угу. Там дорого, но... Ладно, ищем дальше. Давай, окей. Чуть-чуть крутые. Ладно. Боже. Это шутка, у нас всего лишь Hero 4. Но мы надеемся купить новую крутую классную. Да, это попробуем. Да, так, это пойдем, пробный пойдем. Вариант. Хотел рассказать вам той идеи, которую мы решили осуществить. То есть мы тут придумали одним словом бизнес-план. Это услуга тур по барам. И мы искали человека, который сможет сделать сайт. Сайт должен был быть недорогим, одностраничным и очень доступным для всех. Понятным. Да, понятным одним словом. Заходили в несколько компаний, мы вам уже говорили. Они нам сумму озвучивали очень дорогую, там порядка 1000 баксов. Ну, я не хотел столько платить, потому что это гипотеза, которую мы хотим попробовать. Если сработает, потом уже сделаем лучше сайт. Но у нас и так получился классный сайт. В общем и целом, зашли в первую компанию, дорого. Позвонил во вторую компанию, они не работали. Мы крутились по городу, искали, 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 не могли найти. Потом я нашел человека, который сделал наш сайт в List AM. Это что-то похожее на Авито в Армении. Передышка. Он нам сделал сайт за недорого. В принципе, могу озвучить, мне нечего скрывать, за 150 баксов. Сайт мне вполне нравится, очень классный, очень кайфовый. Наша услуга называется Тур по барам. Мы запустили эту идею нашу, осуществили. Уже все работает. У нас каждый четверг, пятница, суббота начинается в 8, то есть 20:00 или 8 а.м. Продолжение 4 часа. В каждом баре вас ждет welcome shot. Весь тур проходит по пешей дорожке. То есть вы не так долго гуляете, там минут 10 максимум. 15, и то таких длинных дорог не будет. Вся дорога у вас будет знакомство, общение. Человек, который проводит тур, очень веселый, экскурсию, очень веселый, очень прикольный, классный. И вам будет с ним весело. Да, да, да. Нам с ним очень понравилось. Да, нам был, он очень приятен, и он нам очень понравился, и поэтому такая идея возникла, почему бы нет, сделать всем классно. По поводу стоимости пишите. Если хотите узнать, сколько стоит наш тур, пишите в комментариях. И все подробности, если будут интересны, зайдите на наш сайт, который мы прикрепим. Сайт, Instagram, Telegram, TikTok, Facebook. Зайдите, посмотрите, будут вопросы, пишите. Ребятки, развлечение это подходит для любой возрастной категории. Как для более возрастных, так и для молодежи, так и для людей, как нам наш друг один подкинул идею, он говорит, ой, это же так здорово, если ко мне приедут друзья, я смогу вам их отдать там на 4 часа и свободно позаниматься своими делами, побыть женой. И мы подумали, да, это реальная идея, то есть если вдруг к вам приезжают какие-то гости, и вы захотите... допустим, их отправить чуть-чуть, и они не местные, они не знают, куда идти,
то мы с удовольствием займемся их вниманием. И еще хочу добавить, что эти местечки будут не всем доступны. То есть это действительно очень классные скрытые бары Армении. Это такие очень злачные местечки. Поэтому welcome. Минуточку. Давай. Это не скрытные места. Это очень популярные места, но туда не можно. Нельзя попасть просто так. Потому что тут есть дресс-код, тут есть фейс-контрол, и тут с этим очень строго. Если ты не с девушкой, одним словом, то ты туда не попадешь. Это первое условие. И еще одно хотел добавить. Если вам в каком-то из баров нравится, вы не обязаны дойти до последнего бара. Вам понравилось, вы можете просто отойти и остаться там. Это не вдруг так, чтобы девушку красивую увидели, да, вы хотите с ней остаться. Или вам бармен понравился, а вы девушка. То, что нормально, вы остаетесь там, где вы хотите. В общем, любые ваши желания осуществляйте и будьте с нами. Все, спасибо. Лайкайте, ставьте эти, как они называются. Комментарии. Лайкайте, ставьте комментарии. Итак, лайкайте, комментируйте. Задавайте вопросы. Подписывайтесь. И будьте с нами до конца. Спасибо. Всем хорошего. Всего доброго. Ich kann mich an Zanot anzurten, wie ich genannt habe.